Всем привет, с мясного дынчик. Сегодня мы продолжаем проходить такую игрушку, как Tomb Raider. Ну что ж, в прошлой серии мы дали сигнал радиопередатчику, и теперь, ну, самолет рухнул. Теперь мы будем спасать того чувака, который сейчас вот здесь вот, вы видите, он с парашютом, и мы его спасать будем сейчас. Капец. Кто-то опять стреляет. Ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара. Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Так, теперь можно навыки прокачать. Так, навык. Искусство выживания, поиск запчастей. Вы правильно распределяете нагрузку. Носить больше боезапасов. Вот это я, наверное, освою. Освоен. Все. Чтобы больше боезапаса носить. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Попалась, да. Все сюда! Я ее пошли! Yeah.
блядь, засранец. Блядь, у меня стрелы закончились, волки. Все, отхватил. Хорошее место, чтобы зацепиться. Ну да, но это очевидно, что надо сюда стрелять. Это я их вызвала, Рок. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. А, Джессоп. Прием, прием! Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Ну что, пойдем спасать этого чувака? Пойдем. Так, нам не сюда. Или сюда. Нет, сюда, точка. Ой. Блин, у меня только стрелы. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Рейс, кто там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города.
Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю, да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмана? Пока нет, Лар... А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. С тобой? Да, скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Окей, значит... Тут еще чуваки какие-то все-таки ошиваются. О, зайчик. Прикольно. Так, ну чё? Собрались. Лук, лук. Пополнили колчан стрелами. Так, запчасти для винтовки собраны. Это кабан. Кабан. Да, это кабан. Это что у нас такое? Похоже, вещь американского морпеха. Интересно, тут была крупная часть или небольшой отряд? Понятно. Запчасти. Кабан здесь. Летает. Ладно, не будем его трогать. Нам он не нужен. Так. Здесь у нас еще винтовка. Что за лут у нас тут? Ничего нету. Пусто. Стрелу подберем. Сюда поднялся. Так, что у нас тут, дверь, да? О, здесь лут. А это применяли в японском траволечении, канпо. Похоже, пузырек не открывали уже много лет. Да, ни хрена себе, сколько тут лута. Курицы. Идти-то. А, мне сюда, походу.
там лут не забрал. Походу патроны. Так, запчасти. Стоять куда? Куда собралась-то? Что-то ни хрена. Запчасти подобрал. Вот еще запчасти будут. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Странно. Про какие-то координаты идет речь. Блин, никуда не... Блин, а как туда попасть? Мне вот стало интересно вдруг. Ой, что-то я немножко затупил. Можешь наверх? Да, наверх, походу, мне сюда. Смотрите, я протупил немного. Так, ну ладно. Так, эй!
Все, забрался. Сигнал. Блин, не то выбрал. Я в офиге. Здесь ничего. Ё-моё, не то выбрал. Так, были пацаны и нет пацанов, как говорится. Что здесь? Тут мне кажется, мне не сюда. Я сюда пошел зря. Хотя не знаю, может не зря. Ну, ладно, мне все-таки нужно основное задание выполнить. Добраться до этого сигнала. Так, выберем лук. Сегодня я Хоси, дочь Хиры и Кокора. Завтра же стану Хоси, дочерью Солнца. Императрица сделала свой выбор и отдала приказ. И меня уже облачили в подобающее одеяние. Любая деревенская девушка втайне мечтает о такой чести. Мать безутешно рыдает, а отец весь светится от гордости. Я никогда не видела его таким счастливым. Оказанная мне честь вознесет мою семью на вершину общества Яматая. Мы никогда больше ни в чем не будем нуждаться. И, может быть, когда-нибудь императрица даже назначит меня своей преемницей. И все же, сердце мое неспокойно. Сначала я думала, что это всего лишь волнение. Но тревога не покидает меня. Нет, я ни за что не откажусь от своей участи. Это навлечет беды на мою семью. Но, должна признаться, императрица меня пугает. Ага. Понятно.
блин, там болтается этот тросик. Давай быстрей. Черт. Там. Давай, давай, давай. Нет. Все, выхода нет. Да, назад мы уже не вернемся. Этот капитан Джессоп-то. Что-то его здесь нет. Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Энни? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Опять какую-то пещеру мы зашли. Темную пещеру. О, ящик. Что у нас тут? Боезапасы, наверное, всякие тут хранятся. Ох, ну ни хера себе, там ветер дует. Невероятно. Капитан Джессоп! А вот и капитан. Воу-воу-воу-воу, ни хрена. Вот это экшон. Ты доставила мне слишком много неприятностей. Но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это они! Они миллионы! Чимадзури не отверну! А мы-то спасемся, нет? Что случилось с нами-то? Ой, блин. Где это мы оказались-то? Ё-моё. Опять нас взяли. Ну и мясо тут творится. Куча мертвых. Что здесь происходит? Куча мертвых людей. И не только людей, походу. Кто это? Да.
Это что еще за хер? С горы здоровый. Офигеть. Да, бошки падают, тут все падает. Блин, ветер вообще дует конкретный. У меня оружие у меня осталось. На всякий случай, если что. Надеюсь, не совсем заржавел. А, дробовик. Старый дробовик. Так, выстрелить через преграду. Они ищут меня. Конечно. А кого же еще им искать? Конечно же, Лару Крофт. Самая Пимика. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь. Она льет воду. Зачем? Льет воду? Угу. Интересно. А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Вот и все. Черт, нет. Попалась Лара, походу. Или нет? Ну да. Считай. На! Да! Вот это да. Вот это экшон. Берем-ка все свои эти оружки у них. Точнее, патроны. Нам нужны патроны. Нам нужны патроны. Так, все, патроны имеются. Все. Понял, как нам пройти.
Так, нужен лук. Нет, лук тут не понадобится. Это что такое? Как ее открыть? Луком не откроешь. Странно. Как на экран? По-твоему. Нет, не так. А может так? Да, именно так. Именно так мы ее откроем. Так. Трус. Смотаться решил. Так, навыки пока прокачаем. Что у нас тут есть? Ага, 23. Мастер выживания. Охотник. Боец. Так. Охотник. Что у нас за охотника дается? Так, боезапас я уже выучил. Твердая рука. Вы можете дольше удерживать натянутым лук. Давай. Освоим этот. Так. Освоили. Навык. Так, что у нас по снаряжению? Так, что там у нас есть? Винтовка, да? Боезапас. А, приклад. Двойной магазин. Можно, в принципе, приобрести вот магазин, чтобы больше магазина было. И еще можно приобрести двойной магазин. Все, хорош, у меня больше нету запчастей. Как раз на лук хватает только, если... Нет, не хватает уже на лук. Что ж, на этом, наверное, мы закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.